Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами разберем, как связать вот такой вот узор. Посмотрите внимательно. Для вязания такого узора я использовала два цвета пряжи, красный и белый. И в результате получаются вот такие вот интересные сердечки. На самом деле узор одинаково смотрится как с одной стороны, так и с другой. Вот посмотрите, пожалуйста. Таким узором очень удобно связать плед, например. Из этой пряжи, которую я взяла, а с этой пряжей вы уже знакомы, это пряжа Бонбон Классик от фирмы Нако, 200 метров в 100 граммах. Из этой пряжи получается довольно-таки мягкое полотно и такое довольно-таки толстенькое. Вот посмотрите, видите? За счет того, что использованы в вязании узора вот такие шишечки из вытянутых петель, само полотно получается довольно-таки толстеньким, вот таким образом. Что мне нравится в этом узоре? Во-первых, вяжется быстро, а во-вторых, он двусторонний. То есть, как бы вы его ни положили, как бы вы им ни пользовались, он одинаково смотрится с обеих сторон. Для тех, кто любит вот такие узоры использовать в одежде, то можно связать, конечно, и кардиган себе такой, а может быть и свитер, посмотрите. Ну вот каким-то таким образом. Конечно, будет такой достаточно веселый вариант, но это для тех, кто любит. Но на мой взгляд, вот удобнее, конечно, таким узором вязать именно плед. Будет тоже очень красиво. Как вы видите, здесь все-таки больше используется пряжа красного цвета и пряжа белого цвета в меньшем количестве. Сколько именно нужно будет пряжи на конкретный плед, я сейчас вам сказать не могу, потому что каждый выбирает свой размер пледа. Если это плед для ребенка, то он будет небольшим, да? 90 сантиметров там на 70 и что-то такое. Если большой плед там 220 на 200, это уже другой расход пряжи. Как рассчитать пряжу для пледа? У меня есть отдельное видео на канале об этом. Сейчас в верхнем правом углу появится ссылочка, и вы сможете, перейдя по этой ссылочке, посмотреть, как рассчитать необходимое количество пряжи для пледа. Итак, сейчас мы приступим к выполнению этого узора. Для того, чтобы выполнить узор, мы берем сначала пряжу того цвета, который будет у нас фоном. В данном случае у меня белый фон. Если вы берете пряжу другого оттенка, смотрите сами. Может быть, это будет черный фон и белые сердечки. А может быть, это будет зеленый фон и красные сердечки. Тогда у нас получится не просто сердечки, а даже ягодки, я бы сказала. Такие землянички, да, если мы возьмем зеленый фон. Но в данном случае мы берем, как здесь в образце, белый фон и начинаем вязать. Кстати, вот здесь я начала вязать именно первый ряд столбиками с одним накидом, но это не обязательно, потому что в конечном итоге ваш плед будет такими же столбиками весь обвязан по периметру. Вот вы видите, здесь край требует действительно обвязки. Вот. Поэтому начинать ряд можно просто из обычной цепочки воздушных петель, что мы сейчас с вами и сделаем. Раппорт этого узора 4 петли. Итак, давайте начнем. Первый ряд будем выполнять обыкновенной цепочкой из воздушных петель. Делаем эту цепочку достаточно свободно, свободнее, чем обычную воздушную петлю, для того, чтобы нижний ряд у нас не был стянут, а для того, чтобы могли мы его растянуть так, как нам нужно. То есть он, чтобы был более эластичным. Итак, набираем. Раз, два, три, четыре. Видите, я набираю достаточно свободно. 5, 6, 7. Специально вытягиваю даже немножечко петлю. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Давайте свяжем 4 раппорта, 16 петель. Причем по краям мы с вами одно сердечко все-таки разделим пополам. И у нас пойдет вот таким образом. Как видите, здесь сердечки идут в шахматном порядке. То есть в одном ряду будет половина сердечка, а в другом ряду оно будет провязано полностью. Итак, у меня 16 петель, это 4 раппорта. И теперь я должна взять красную пряжу и следующий ряд начну вязать красной пряжей. Вот посмотрите, пожалуйста, как я присоединяю пряжу. Я нить протаскиваю через белую петлю, затем вот этот хвостик я буду ввязывать сейчас в цепочку из 3 воздушных петель. Белую немножко подтягиваю, чтобы она была прочнее. Дальше я делаю первую петлю воздушную, петлю подъема, и вот этот хвостик как бы заправляю в нее вот таким образом, а затем обвязываю вот этот оставшийся хвостик с этой стороны, а потом с другой стороны вот таким образом. И вот у меня получилось 3 петли подъема, и хвостик у меня зафиксирован. И сама вот эта цепочка прочно держится на первом ряду. Далее мы с вами должны вот эту шишечку сделать из вытянутых петель. Еще делаю одну дополнительную петлю, потому что у нас между двумя шишечками одна будет еще воздушная петля. То есть у нас 3 петли подъема и одна вот эта петля серединки. Так, сейчас я делаю вот так, и вот сюда ставлю шишечку из вытянутых петель. Раз. Так. Два. И три. 3 вытянутые петли. Вот таким образом. Теперь я протаскиваю их вместе и сразу через воздушную петлю. Вот таким образом. Вот. Дальше я вяжу 3 воздушные петли. Раз, два, три. И никуда их не присоединяю. После этого в первом ряду, который связан белой нитью, я пропускаю 3 петли. Раз, два, три. И в четвертую я начинаю делать шишечку. Раз, два, три, так, три. Теперь пропускаю. Все, шишечку выполнила. Дальше одну воздушную петлю. Теперь снова делаю шишечку в эту же петлю основания, в ту же самую петлю. Раз, два, три. Вот таким образом. Далее снова я вяжу 3 воздушные петли. Раз, два, три. Внизу пропускаю 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в четвертую снова выполняю шишечку. Раз, вытягиваю красную нить. Два, три. Вот таким образом. Раз, воздушная петля. Дальше. Вытягиваю. Раз, два, три. Так. Готово. Дальше. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Эти петли не растягиваем. Вяжем, так сказать, со средней плотностью. Раз, два, три. Пропускаем внизу. В четвертую снова ставим шишечку. Раз, два, три. Готово. Одна воздушная петля и снова шишечка. Раз, два, три. Теперь 3 воздушные петли. И заключительная
у нас получается шишечка. Раз, два, три. Делаем шишечку. Воздушная петля. И столбик с одним накидом в эту же петлю. Все. Так, вытягиваем красную нить, чтобы у нас вязание не распустилось. И теперь я возвращаюсь в начало вязания, беру белую нить, поднимаю ее таким образом. И вот здесь я ее закрепляю. Над тремя воздушными петлями подъема я закрепляю белую нить. Вот так. Вот я ее закрепила. И теперь первая петля будет провязана вот здесь, в эту арку. Таким образом. Теперь воздушная петля. И теперь делаем столбик с одним накидом. Посмотрите, между двумя шишечками мы пропускали 3 воздушные петли. И этот столбик ставим во вторую петлю из этих 3, то есть в серединку. То есть белую нить провязываем по белой нити. Дальше воздушная петля и снова столбик с одним накидом в эту же самую петлю. Вот у нас получился такой элемент. Дальше воздушная петля и вот сюда провязываем серединку столбик без накида. Таким образом вяжем до конца ряда. Воздушная петля, столбик с одним накидом в первый белый ряд, так, в серединку, то есть во вторую петлю, воздушная петля, дальше столбик с одним накидом в эту же вторую петлю. Посмотрите, красную нить мы не затрагиваем, она как бы остается внутри вот этих 2 столбиков. Дальше провязываем столбик без накида между шишечками, воздушная петля, дальше столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, дальше столбик с одним накидом, где у нас тут серединка, 1, 2, 3, вот это вторая петля, таким образом. Воздушная петля между столбиками с двумя накидами, между столбиками с одним накидом, так, воздушная петля, и дальше мы вот здесь вот заканчиваем ряд. Столбик вяжем без накида. И вот этот вот дополнительный сейчас сделаем. Но так как нам следующий ряд надо будет провязывать красной нитью, мы сразу сквозь белую протягиваем красную нить. Белую оставляем. Вот таким образом. И сейчас я вяжу 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И теперь я буду провязывать элемент с шишечками вот здесь, между вот этими 2 белыми столбиками с одним накидом. И таким образом у меня элемент вот этот с шишечками будет расположен по всему полотну в шахматном порядке. Итак, здесь мы ничего не предпринимаем. Сделали 3 воздушные петли подъема и сразу начинаем провязывать элемент с шишечками. Сделаем дополнительную воздушную петлю и вяжем элемент с шишечками. Так, 1, 2, 3. Таким образом. Далее. Воздушная петля, теперь вторая шишечка, 1,
два, три. Так, готово. Вот таким образом. И дальше точно так же вяжем, как второй ряд, 3 воздушные петли. И снова элемент с шишечками вот сюда. Раз, два, три. Воздушная петля. И раз, два, три. Вот таким образом. Когда будете вязать уже основной узор, то не нужно сильно растягивать воздушные петли, но и сильно их стягивать тоже не нужно. Давайте так провяжем до конца ряда. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Элемент с шишечками. Раз, два, три вытянутые петли вместе. 1 воздушная петля. Раз, два, три вместе. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И заключительный в этом ряду элемент с шишечками. Раз, два, три. Так. Воздушная петля. Раз, два, три. И теперь заканчиваем следующим образом. 1 воздушная петля и столбик с одним накидом вот сюда, в красную нить. Вот таким образом. Красная пошла по красному. Вот. У нас получается вот что, когда мы провяжем уже ряд. Вот, посмотрите. Вот. Еще раз повторюсь, что пусть вас не пугает вот такой вот начальный ряд. А здесь вы делаете обвязку уже в конце своего вязания, когда все полотно будет готово. Вы делаете обвязку. Вот, сначала столбиками с одним накидом. Вот, можете несколько рядов так провязать. Или, может быть, вы сделаете обвязку шишечками. Вот. Теперь этот ряд мы оставляем. Делаем длинную-длинную петлю из красной нити, для того, чтобы у нас здесь не распускалось. И возвращаемся к началу этого ряда, там, где у нас белая нить. Теперь мы должны связать точно вот такой же ряд. Да? Мы берем белую нить, поднимаем ее наверх. Здесь у нас 3 петли подъема. Закрепляем белую нить в 3-ю петлю подъема. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы здесь она не стягивалась, чтобы она здесь была свободна, чтобы у вас край вашего пледика, он был эластичный. И в конечном итоге вам так будет удобнее придать своему пледу форму. Так, дальше нам нужно вот здесь вот, да, вязать столбик без накида. Мы делаем буквально 1, можно 2 петли, 2 петли. Сюда сразу столбик вот таким образом. Столбик без накида. И дальше воздушная петля. И теперь уже нам очень удобно будет, мы столбик с одним накидом ставим вот прямо над этим столбиком без накида. Вот прямо сюда. И все. Так, воздушная петля и в серединку между шишечками столбик без накида. Воздушная петля, снова 2 столбика, между ними воздушная петля, таким образом. Воздушная петля, столбик без накида в серединку, дальше воздушная петля и элемент с двумя столбиками с одним накидом.
воздушная петля и столбик без накида. Дальше воздушная петля. И вот здесь мы уже с вами заканчиваем ряд. Здесь мы вяжем 2 воздушные петли. Вот сюда соединяем. Так как следующий ряд у нас будет красного цвета, вытягиваем нить красного цвета сквозь белую петлю. Так. Белую нить немножко притягиваем. И все, у нас красная нить готова к работе. Вот что у нас получилось сейчас. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И сразу формируем вот сюда шишечку. 1. Вот в этот столбик без накида. 1, 2, 3. Вот таким образом. Так, а теперь просто 3 воздушные петли. И элемент с шишечками вот сюда. 1, 2, 3. Таким образом. Воздушная петля. Снова шишечка. 1, 2, 3. Так. И так далее. Я буду вязать до конца ряда. Итак, я закончила вязать 3-й ряд шишечек. И сейчас снова провяжу ряд белой пряжей. Так, эту нить мы оставляем. Возвращаемся к началу ряда. Поднимаем белую нить. Закрепляем ее в 3 воздушных петлях подъема. И делаем 1 столбик без накида. Дальше я буду вязать так, как вязала все предыдущие белые ряды. Вот таким образом. Вот у меня получилось такое полотно. И сейчас я вам покажу, как может выглядеть обвязка этого пледа. Вы его обвязать можете и белой нитью, и красной, то есть как вам удобно. Ну, я даже не знаю, давайте начнем. Давайте с белой нити начнем. Несмотря на то, что я здесь вытянула, как вы видите, красную нить, это для того, чтобы ее закрепить. Далее мы снова можем вернуться к белой нити. И начать обвязку. Обвязку можно начать в любую сторону, как вам удобно. Я бы сначала обвязала одним рядом столбиков без накида. Красную нить оставляем свободной, чтобы мы могли к ней вернуться. И сейчас я буду обвязывать одним рядом столбиков
Без накида. Сколько сделать столбиков, это вы уже сами смотрите. Главное, чтобы здесь вязание не стягивалось, чтобы петли лежали свободно. Наше вязание должно быть средней плотности. Итак, вот этот самый первый ряд. И, кстати, мы его с вами делали исключительно воздушными петлями. На самом деле можно сделать ряд воздушными петлями, вернуться к началу ряда, провязав его столбиками без накида. Тогда он будет более плотный. А у нас он получился, видите, какой? Потому что мы вот эти шишечки ставили в одну петлю. И она немножечко, видите, какая получилась. Ну, ничего страшного в этом нет. Сейчас мы это все исправим с вами. В уголках мы должны с вами провязывать буквально по 2-3 петли, чтобы уголок получился ровным и красивым. Ну, а здесь вяжем одну петлю. Одну. Дальше переходим сразу к следующей. Вот здесь, помните, у нас 3 петли было, поэтому здесь захватываем вот таким образом. Здесь вот таким. Дальше снова захват делаем. Так, здесь, где шишечка, провязываем один столбик. Дальше между шишечкой и белыми столбиками делаем петлю без накида. Столбик без накида дальше. То есть между шишечками всегда должно быть провязано 3 петли. А где сами шишечки, там одна. И вот таким образом у нас сейчас с вами выровняется вот этот вот ряд. Первый ряд выровняется. Вот таким образом. Так, в уголках провязываем по 3 петли. 1, 2, 3. Таким образом уголок формируем, закругляем и дальше идем делать обвязку. А вот эту белую нить, которую мы поднимали, ее обязательно нужно захватить, чтобы она нигде не была видна. То есть она уйдет в обвязку. 1, вот я ее захватываю. 2, 3. И дальше пошли. 1, 2. Таким образом. Вот посмотрите, я вернулась к началу ряда. Таким образом здесь делаю. Посмотрите, вот это первая обвязка. Вот. Уже полотно приобретает форму. Так. Далее можно сделать обвязку красной нитью. Точно так же столбиками с одним накидом. Сейчас я провяжу вот этот ряд столбиков с одним накидом. Итак, я провязала вот эти 3 стороны столбиками без накида. И теперь провяжу 4-ю сторону столбиками без накида. Видите, вот этот заключительный ряд, связанный белой нитью. Так, он тоже должен быть обвязан столбиками без накида. Ну и, соответственно, когда вы будете обвязывать, там, где одна воздушная петля, вы ставите один столбик без накида. Далее над каждой петлей по одному столбику без накида. Здесь все просто. Здесь много столбиков делать не нужно. Там, где 3 петли подъема, можно делать 3 столбика. Итак, вот таким образом совершенно обычно. Ничего здесь особенного нет. Причем, когда вы будете делать обвязку пледа, то вы как бы формируете его форму, да, то есть делаете форму пледа. Сильно растягивать, вытягивать петли обвязки не нужно. То есть мы вяжем средней плотности. Вот таким образом. Сейчас я заканчиваю обвязку
образца. Так. Конечно, одного ряда обвязки мало. Здесь нужно делать обвязку в несколько рядов. И сейчас мы с вами попробуем это сделать. Вот, посмотрите, вот уже здесь завершающий ряд. Так как здесь красную нить мы фиксировали, мы ее закрываем столбиками. Вот таким образом. Даже ничего страшного, что где-то у вас просвечивает красная нить, потому что плед у вас контрастный, и в этом ничего нет особенного. Так, когда будете вязать, следите, чтобы вот эти нити у вас не путались. Снова оставляем белую нить свободной и подключаем красную. Таким образом. Следующий ряд я сделаю красной нитью, столбиками без накида. И фактически я в этом ряду прибавлять буду только на уголках. Остальные петли вяжу как есть. То есть здесь на сторонах нашего пледа ничего не прибавляем. Провязываю каждую петлю. Так. И только на уголках у нас будет с вами прибавление для того, чтобы уголки смотрелись ровно. Таким образом, весь периметр я провязываю. Здесь это делается достаточно просто. И следующий ряд я буду тоже делать белой нитью. Таким образом у нас получается, что обвязка сделана полосами. Белая, красная и белая. Снова подхожу к уголку. И вот здесь в одной или в двух петлях я делаю несколько столбиков. Вот так вот. С одним несколько столбиков без накида. Вот видите снова, да? То есть смотрите уже на глазок. Видите, что аккуратно получается? Значит, вы делаете все правильно. Аккуратно в смысле, что уголок у вас не затянут, он не деформируется, а ровный получается. Снова подхожу к уголку. Так, здесь тоже на глазок я делаю в какой-то из петель сразу 2 столбика без накида. Так. Здесь, наверное, еще сделаю. И продолжаю вязать по периметру. Такой плед можно связать очень быстро. Главное, чтобы у вас было достаточно материала для вашего пледа. Вот, уже заканчиваю. И будем переходить на белую нить. Как я уже говорила, наш плед двусторонний, и в дальнейшем не будет иметь значения, какой стороной вы его положили. На кровать, на диван этого это не будет иметь значения. То есть благодаря своему двустороннему рисунку он будет смотреться очень хорошо. Так, и вот здесь вот, наверное, все-таки да, я еще провяжу. Красной нитью. Так. А вот здесь вот уже все-таки белый. Вот таким образом.
Как вы видите, что все вот эти неровности, которые были у нас на краях пледа, они уходят. Так, теперь я вяжу снова ряд белой нитью. Здесь можно связать, кстати, и немножечко по-другому. Посмотрите, здесь ровно идет, да? А мы можем сделать заключительный ряд и по-другому, например, вот так. Раз, два, три. Сюда. И вот так. Так. Раз, два, три. Сюда и вот так. Вот таким образом. Раз, два, три. Так. Вот таким образом можем сделать заключительный ряд. Ну, кому как нравится. Я провяжу обычными столбиками без накида, что тоже неплохо. И, кстати, можно еще вот так, наверное, сделать. Посмотрите. Так, а потом вот так. Так, а потом вот так. Такую можно сделать обвязку. Итак, я вяжу просто столбиками без накида и смотрим, что у нас получается. Это уже заключительный ряд обвязки. Больше и не нужно. Больше рядов для обвязки не нужно. 3 вполне достаточно. Вот вы видите, уже получается такой вот рисунок. Так. Сейчас я довяжу весь периметр, и мы посмотрим с вами, что получилось. После того, как вы свяжете плед, его нужно будет постирать. Так как плед связан из акрила, он будет сохнуть довольно быстро. Но все-таки стирать его нужно в щадящем режиме, потому что это такая нежная пряжа, я бы сказала, мягкая. Ну, чтобы он сохранял свою мягкость, нужно стирать его на деликатной программе. Так, как вы видите, я стараюсь побыстрее все закончить. Осталось чуть-чуть. Я думаю, что если бы я задалась целью вязать большой плед, ну, допустим, даже на односпальную кровать, на полутораспальную, то я думаю, за неделю я бы его связала. То есть с учетом того, что я не целый день сижу за вязанием, то я думаю, что за неделю можно связать. Так. Все, уже вязание идет к концу. Сейчас уже будет итог. Будем смотреть, что получилось. В конце вязания красную нить нужно будет заправить. Вот, посмотрите, мы ее можем сразу ввязать сюда. Вот таким образом, расположив вдоль вязания, и мы ее заправляем. Вот под эти белые столбики без накида. Сейчас я покажу, как я буду заправлять красную нить. Посмотрите, вот я ее располагаю вдоль вязания. И, кстати, ее можно было заправить уже здесь. Но так как я этого не сделала, я буду заправлять здесь. Вот смотрите, раз, я ее расположила, да, по предыдущему ряду. И теперь я буду ввязывать вот таким образом. То есть я захватываю не только петлю, но и саму нить. Хвостик этой нити у нас остается внутри. Так, вот и все, ее не видно. Так, сейчас я заканчиваю. И уже мне не терпится посмотреть, что же у нас получилось.
Так. Посмотрите, вот здесь вот сделаем таким образом. Сначала столбик без накида, а потом, чтобы здесь не было никакой ступеньки, сделаем вот так. И все. Все. Посмотрите, вот так у нас получилось. Так. Это наш образец предыдущий. А это то, что мы с вами сделали сейчас. Вот обратите внимание. Если вы вяжете большой плед, вот у вас будет такая обвязка. Сама обвязка придает пледу форму. И все-таки я думаю, что первый ряд мы с вами должны делать не только воздушными петлями, но и, как бы возвращаясь, обвязывать эти воздушные петли столбиками без накида. И только потом приступать к вязанию вот этого ряда. Я думаю, что это будет правильно. Здесь вот небольшие получаются дырочки, не обращайте внимания. Здесь, я думаю, все получается у нас с вами очень хорошо. Посмотрите. Далее, когда вы сушите плед, придаете ему форму. Вот видите? Для чего я говорю о том, чтобы ряд из воздушных петель провязывать столбиками без накида? Потому что, вы видите, здесь у нас обвязанный вот этот вот ряд, он как бы углубился вовнутрь. И чтобы этого не произошло, я думаю, что все-таки начальный ряд нужно делать, обвязывая его столбиками без накида. И уже потом, когда вы будете делать обвязку, у нас как бы пойдет еще один ряд столбиков без накида. И тогда он не будет выглядеть вот таким, как бы немножко утопленным туда, вовнутрь, вот за эти шишечки. И будет все гораздо ровнее. Давайте посмотрим, как с изнаночной стороны. Почему я говорю изнаночная? Потому что здесь у нас с вами все-таки вот эта вязка, она имеет изнаночную сторону, да? Но посмотрите, в принципе, смотрится одинаково. Можно и так застилать плед, можно и так его застилать. Разницы никакой. Вот таким образом. Единственное, что здесь есть верх и низ, да, то есть сердечки, когда располагаются вот так, и это будет верх, это низ. И если мы с вами вот так вот плед застелим, то есть получается, как бы мы немножко перевернули сердечки, да, то есть это не очень правильно. Вот. А лицевой и изнаночной стороны в этом пледе не существует. Итак, на этом свой урок я заканчиваю. Надеюсь, что вам было понятно мое объяснение. Желаю вам связать хороший плед, даже очень хороший. Вот. Надеюсь, что мой урок для вас оказался понятным. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, их в комментариях. Я все комментарии всегда читаю и на них отвечаю. Всего вам доброго. До новых встреч!